Приветствую вас на канале AsvodayPlay. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Играем мы за Хищника. Да. Блин, сложновато за Хищника. Один всегда воин в движении. Перемещайтесь прыжками с одной позиции на другую. Это да. Шлем я себе уже заработал. Копье, кстати, заработал. Наконец-то. Это биороботы расстреливают, я так понимаю. Выберите копье, нажав. Так, чего нажав? Метните его, нажав. От копья можно увернуться, зато оно наносит врагу значительный урон. Вскоре после броска копье вернется к вам. Это прекрасно. Ага, вот так, понятно. Так, на эту штуку мы не можем прыгнуть, она электрическая. Нормально. Блин, это... Ага. Давай, попробуй. Тревога, нарушитель. О, черт, он здесь! Ловите его, ловите его! Не пускать его! На! Это что, внутри комплекса? Да.
На. Подождите, мне тут что-то где-то что-то собрать надо, я так понимаю. Или я пока не могу собрать из-за того, что не открыл ни хрена. Ага. Все понятно. Вот, тихо. Ну, неплохо, я уже вооружился. Блин. Надо только знать, как проходить, а все равно это, я думаю, так уже полегче было. Понятно, через какое-то время оно опять у меня появляется. То есть я уже при копье, хоть оно и не видно. Вот ты. Блин, взять голову. Где ты? На. Вот так. Никакого нет. Башку ему сорви нахрен. Почему я с трупа не могу башку сорвать? Вот мне интересно узнать. Что там показывает нам? Открылась дверка. Несанкционированное проникновение на участок 1. Активирована система монорельса. Вот почему я не мог нахрен взять. На.
Так. Пока нормально. На. Вот так. Так, берем. Нормально, нормально, нет, ну просто хорошо идем. Просто замечательно, мы оттуда, вот оттуда человеком выходили, сюда проходили. Бомба, выдавай. Что не так? Камера королевы открыта. Требуется повышение мер безопасности. Не позволяйте ему войти в лабораторию. Убей робота. У меня один ключ на все. Всему персоналу следовать протоколу эвакуации. Я. Критический отказ систем безопасности. Разрешаю огонь на поражение. Так, что у нас здесь высвечивается? Дробовичок. Я тебе уничтожу. Жестянка. Давай. Так, мы исчезаем.
копа. Тревога. Несанкционированный доступ к грузовому лифту. В вентиляции зафиксировано появление ксеноморфов. В метаотсеке вот отсюда вот я прибывал в прошлый раз. Предпринимаются меры по пресечению. Это вот жопа от матки. Или это сама матка? Эту тварь. Сейчас посмотрим, здесь он что-то есть. Так, посмотрим, что здесь. Человек-то здесь уже прошел, а получается. По его новому пути немного обратно иду. Человеком шел в одну сторону, хищником в другую. Чужим я не знаю, как я буду бродить. Так. Почему? Почему мне нельзя до них добраться? Можно пройти. Тихо. Где ты? Да. Исчезну. Опа. Потихонечку. Идем.
Блин, все в одной куче. Так. Аптечки, аптечки. Ну ладно, уговорили. Врубаем, да, это дело, или что? Вернуть похищенный микрокомпьютер. Тревога. Несанкционированное изъятие артефакта Где у меня там была аптечка, я видел. Вот сюда, посмотрим, что здесь. Так, ладно, идем, идем. Где ты? Давай посмотрим. Ни хрена не так.
Понятненько. Никаких. Все, тихо. Охренеть. На. Мне срочно нужны аптечки. Вы что, мои технологии, что ли, украли? Нахрен. Вот действительно мои технологии украли. Тихо. Тихо.
На. Давай подзаряжаемся нахрен. Так, что тут опасно становится. На. Блин, мои технологии воруют, тварь. Где-то наверху, что ли? Еще кто-то, да? На. Так. Внимание, охотник не должен проникнуть в пирамиду. Остановить его любой ценой. О. А я здесь человечком ходил посюда. Тоже биороботы были. Поломанные, правда. Которые меня атаковали. Ну-ка сюда пойдем. Хищникам, я понимаю, тоже по этим территориям буду бегать. Взял. Дверь закройте. Дверь закройте. Ну что ж, вот на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.